Давайте будем начинать. Каждый находит свои места. We're thankful for the gift of language. Gift of words. Да, мы благодарим Бога за то, что Он дает нам такой прекрасный подарок, как слова, которые я могу говорить. Our God is a speaker. И Бог, Он говорит. He spoke the worlds into create. He created the world by His word. Он создал мир своим словом. God said, "Let there be light," and there was light. Бог сказал, пусть будет свет, и стал свет. God separated the waters above and the waters below, and it happened. Бог разделил воды сверху и воды снизу, и это произошло. He created the whole earth. And the sun, the moon, and the stars from nothing. Он создал всю вселенную и солнце и луну и звезды из ничего. He created by His word. Он это создал своего слова. And He has made us in His image. И он создал нас как образ Его. And we. Glory God. He created us to be speakers. Он создал нас, чтобы нам говорить. And He has given us the gift of words. И он дал нам дар речи. And He has so that we have the opportunity to speak to one another. И у нас теперь есть возможность разговаривать друг с другом. But more importantly, that He can speak to us and we can understand. Но более важно то, что Он может говорить нам, а мы понимать Его. Even when God separated the languages or divided the languages. Даже когда Бог разделил языки. It's God who gave the gift of language. Это тот же самый Бог, который дал дар речи. Japanese people didn't all get together and form or create Japanese. Японцы, они как бы сформировались вместе и создали японскую нацию. God gave them their language. И Бог дал им их язык. And as with the Russians or with the gift of English or any language. И у русских тоже людей есть, у многих дар английского языка и других языков тоже. And so God can communicate with us perfectly through words. И Бог совершенным образом может с нами, к нам говорить и с нами общаться через слова. And it's important that we start with that understanding. И это важно, чтобы мы начинали с понимания этого. That God has spoken to us perfectly in His Word. Что Бог, Он таки, да, говорит нам через Его Слово, то есть Библию. Let's see what the Bible says about itself. Давайте посмотрим, что Библия говорит про саму себя. In Numbers chapter 12. Числа, глава 12. Verses 6 through 8. Стихи с 6 по 10, по 9. The context is where Moses' sister and brother are complaining about him. Контекст таков, что сестра и брат Моисея, они они упрекали Моисея. And they're complaining that he has too much authority. Они его упрекали в том, что у него сильно много авторитета. And that the others don't listen to him enough. И остальные, как бы, его, в принципе, не очень-то сильно слушают. And so we read in Numbers 12, 6 through 8, if somebody would read for us. Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь числа, глава 12, 6 по 9 стих. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит,
Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. There God says to Miriam and Aaron. Бог говорит Мириам и на русском Эрам. That I have revealed myself through dreams and visions. Я показывал себя другим через сны и видения. But Moses is my servant. Но Моисей, он мой служитель. And I speak with him face to face. Я разговаривал с ним лицом к лицу. Or the Hebrew can be translated mouth to mouth. Если вы будете читать в иврите, в варианте на иврите, там будет написано из уст в уста. That God has placed his very words in the mouth of Moses. То есть Бог, он свои слова вкладывал в уста Моисея. And so when he speaks his precise words. И когда Моисей говорил, он говорил те точные слова, которые Бог ему вложил. What Moses wrote in the first five books of the Bible. То, что Моисей написал в первых пяти книгах Библии. Is God's word. Это Божьи слова. And I have on your sheet the Bible verses where the Bible says that God wrote with his finger. У вас в Библиях будет написано то, что Бог написал это своим перстом, понятнее пальцем. Which would you rather have, a vision or dream from God, or his word? То есть что для вас лучше иметь, то есть видение или сон от Бога, или его слово? You don't need to answer out loud. Вам не нужно отвечать, как бы, ответьте самим себе. But a lot of us would say, I'd rather have the vision or dream. Многие поднимут руки и скажут, то есть лучше иметь видение и сны. But God's given us something better than that in his word. He's given us something better than dreams and vision in his word. Но Бог дает нам что-то лучшее, чем сны и видения в его слове. He has given us his precise words. Он говорит, его точные слова нам дает. In the prophet Jeremiah, or Jeremiah? Jeremiah. Пророк Иеремия. In chapter 1. Глава 1. Verse 9. Стих 9. Кто может зачитать? У кого есть Библия с собой? Somebody want to read verse 9? Jeremiah is just a youth, a child. Jeremiah 1, verse 9. Jeremiah 1:9. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста твои. Десятый также. 10:2. Also 10. Sure. Yeah. Please. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. God says, I put my very words in Jeremiah's mouth. Бог говорит, я вложил мои точные слова в уста Иеремии. In chapter 20. В главе 20 той же книги. Jeremiah finds that people are always fighting against him over God's word. Иеремия, он здесь описывается, что он находит то, что люди, они всегда идут против того, что говорит Иеремия, и соответственно того, что говорит Бог. And so he wants to quit as prophet. И он хочет оставить свое пророчество. He wants to turn in his prophet's badge. What? He wants to say them what they want to hear. Never mind, forget it. It's okay. Jeremiah 20, verses 7 through 9. Глава 20, стихи 7 по 9. Somebody else read? Somebody over here? Может кто-то другой прочитать? Anybody willing? Я вижу много людей из Библии. Поднимите руки. You read for us, please. Ты влек меня, Господи, и увлечен. Я увлечен. Ты сильнее меня.
и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог. Все. Спасибо. Thank you. Спасибо. Jeremiah says that God is stronger than he is. Иеремия, он говорит, что Бог, он сильнее, чем я. And you persuaded me to write your word. Он заставил меня написать его слово. But your word has become to me a reproach and a derision. И его слово, оно стало как бы... Reproach. Оно принесло мне в жизнь упрёки и разделения. And I'm not going to speak your word anymore. И я не хочу, не собираюсь больше говорить твое слово людям. But when I said that, your word was like a fire in my bones. Как только я это произнес, твое слово, то он к Богу обращается, было как огонь у меня в костях. It breaks out even against my will. Оно вырывается даже против моей воли. If a building is on fire, if a building like this one is on fire, если здание какое-то, оно горит. The firemen put out the fire in the room or in the building. То огонь, он, естественно, будет проникать и в комнаты, и везде. But they leave someone there because it can break out from behind the walls and start all over again. The fire can start all over again. Но огонь, он как бы может перекинуться и на другие дома. And that's the way God's word was to Jeremiah. He could not pull back the fire of God's word. Также было с Иеремией. Он не мог этот огонь удерживать внутри. Он вырывался наружу. And so we have the prophet Jeremiah, much of which was written against God's, against Jeremiah's will. То есть слово Бога, которое здесь записано, было сильнее, чем воля Иеремии. Because the Holy Spirit had so given God's word to him that he must write it down and proclaim it. Дух Святой, он с такой силой как бы его заставлял, что он был вынужден их написать, хочет он или не хочет. So whether it's Moses or Jeremiah, they are writing God's precise word. И Моисей и Иеремия, они записывали точные слова Бога. And so the word of God is authoritative the moment it was written. Так что слово Бога, оно было авторитетно на тот момент, когда оно было написано. For example, in the book of Exodus. Например, в книге Исхода. 31 verse 18. 31 глава, стих 18. That God gave Moses two tablets of the testimony written with the finger of God. Он дал Моисею две заповеди, которые он написал своим пальцем, своим перстом. God gave his word. Он дал его слово. And again in Exodus 24, verses 4 and 12. И снова в книге Исхода, глава 24, verses 4 and 12. И стихи 4 по 12. I think it's better to read for them, because they don't. For them to read in Russian. Yeah. Okay. Прочтите кто-нибудь, пожалуйста. 4 по 12. 24. 4 по 12, да? 4 по 12. Yes, please. И написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горою жертвенники 12 камней. По числу 12 колен Израиля, и послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов мирную жертву Господу.
Моисей взял половину крови и влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. Взял книгу Завета и прочитал слух народу, и сказали ему: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах этих». Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейших Израиля. И видели Бога Израилев, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израиля. Они видели Бога, и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Амин. Амин. So we see that God wrote with his finger. Мы видим, что Бог написал собственным пальцем. But it also says Moses wrote all the words of the Lord. А также тут говорится, что потом Моисей написал все эти же слова своей рукой. And these words were authoritative. Люди, они восприняли эти слова, то есть они сказали: «Да, мы будем их исполнять». Они были авторитетом для них. The moment they were written. На тот же момент, когда они были написаны. It doesn't depend upon you or me or any other group of people to give God's word authority. То есть не имеет значения, то есть будем мы или другие люди сейчас давать авторитет Божьему слову, он уже был. Это слово уже было на тот момент авторитет. God, who is truth, gives a truthful word, speaks a truthful word. Бог, который есть истина, он то есть дал нам свои истинные слова. So when we go to interpret the Bible, we want to know what God says, not what I think. Когда мы собираемся интерпретировать Библию, мы должны думать о том, что Бог сказал, а не то, что мы думаем по этому поводу. And not what you think. Не то, что вы думаете. Or not what any expert thinks. И не то, что какой-то там эксперт. But what did God intend for us to understand? Но что Бог намеревался нам сказать? If we lose the Bible, we lose God. Если мы потеряем Библию, мы потеряем Бога. When we read the Bible, God is speaking to us. Когда мы читаем Библию, Бог нам говорит. And maybe this seems obvious, but we need to remind ourselves of this truth. Мы должны напоминать самим себе про то, что это правда. Can God make mistakes? Неужели Бог может делать ошибки? That's a real question. Это реальный вопрос. Does God make mistakes? No. No, he can't make mistakes. Yeah. And so if God has breathed out his word, если Бог, он как бы выдохнул из себя свое слово, then we say it's without errors. Then we say it's without errors, because God can't make errors, mistakes. It's without mistakes. Мы говорим, то есть это, оно не погрешно, оно истина, оно без ошибок, потому что это Бог дал. And we say that it's infallible. И мы говорим, что это безошибочно. And when we say that the Bible is without mistakes and infallible, it's the way we approach the Bible. И когда мы говорим, что Библия, она таки, да, истинная и без ошибок, тогда мы подтверждаем, что это Слово Бога. God is examining us. Бог, он испытывает нас. We're not here to examine God. Мы здесь не для того, чтобы испытывать Бога. There are things in the Bible that look like they are contradictions. Есть некоторые места в Библии, которые выглядят будто противоречия. But God doesn't contradict himself, does he? Но Бог их не записывал как противоречия. And so we come by faith saying the problem is my understanding, not the Bible. И если мы будем подходить с верой, мы скажем самим себе, то есть проблема в моем понимании. I may not have enough information. Может, у меня нет достаточной информации просто. I may be misinterpreting it. Может, я неверным путем ее истолковываю. And so we never say there's mistakes in the Bible. И мы, я надеюсь, все никогда не говорим, что здесь в Библии есть ошибки. There's no errors. There's no errors. Нет ошибок. And God's word is not to be admired. Божье слово, оно не для того, чтобы его обожали.
But thus saith the Lord, he is to be obeyed. Но когда Бог говорит Господь, это для того, чтобы мы слушались этого. God governs us through his written word. Бог, он как бы призывает нас к чтению его слова. We believe that because there's only one God who is breathed out his word in each author, each writer. Мы верим в то, что есть один Бог, который вкладывает свои слова в каждого писателя. There's only one story in the Bible. The story all holds together, or it's all a whole. There's one complete story. Если как бы обобщить всю Библию, то там есть только одна целая история. There's many sub-stories, or there's many stories that feed into the main storyline. Там много историй, которые составляют, они входят в одну большую историю и составляют ее. But it's about how God has resolved our conflict with him. Но самая основная целая история о том, как Бог, он отвечает нам на наши конфликты. So that we can know him as a father. Так что мы можем знать его как отца. That he always loves us. И то, что он всегда нас любит. That the Lord is our shepherd and I don't need anything but the Lord. И то, что Бог, он наш пастырь, пастух, и нам не нужен никто другой, кроме Бога. And so there's not conflicting stories in the Bible. The stories flow together consistently. Yeah. Okay. И все эти истории, они как бы стекаются к одному, к этой одной большой истории, что Бог, он наш отец, и он нам... Okay, I have a wide explanation of all of this one story. Okay. Yes, I translated it. Okay, I will. The story is to make God's name great. История о том, or to give him glory. Что мы прославляем Бога. That's the big story, is to glorify God. Это большая история о том, чтобы о прославлении Бога. A God who has loved us enough to give us his only son. О Боге, который нас любит, и после он дал нам своего сына. And so we see when the, in many of the events of the children of Israel, много событий с сынами Израиля. It's so that God would have a greater name in the world. Они свидетельствуют о том, что у Бога большее имя во всем мире. For example, in Joshua 2:24. К примеру, Иисус Навин. When God opened the Jordan River for the children of Israel to walk into this land. It's in Joshua? Yeah, Joshua, the river Jordan. Это когда Бог открыл, разделил реку Иордан для сынов Израиля. The reason that he did it is in Joshua 4:24. Причина, по которой Бог это сделал, находится в Иисус Навин, Joshua 4:24. Глава 4, стих 24. Somebody read that, please. Прочтите, пожалуйста. Joshua 4:24. Иисус Навин, глава 4, 24 стих. Anybody in the back? No? Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога нашего во все дни. Joshua 4:24. That all the peoples of the earth may know the hand of the Lord, that it is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Yep. That all the peoples of the earth may know the hand of the Lord, that it is mighty. Не для тех людей, которые переходили реку, а для того, чтобы все люди вокруг в мире увидели, что это Божья рука и что это сделал Бог,
и что Бог он выше и сильнее всех. We see это when... сделано для того, чтобы показать окружающим могущество Бога. The story of David killing Goliath. In when David killed Goliath. История о том, как Давид убил Голиафа. In 1 Samuel 18, I think it is. 1 Samuel 17:47. 1 Samuel, let's see, it would be... Царство-то какое, только какое, какой седьмой? Это, наверное, первое, второе. Третье царство, Do you have 1st, 2nd, 3rd, 4th Kings? Yes. Okay, it's 1st Kings then. Тогда это первое царство. 1 Kings 17:47. Глава 17, стих... 47 стих. 17 глава, 47 стих. Why does... David desired to slay Goliath. Почему Давид захотел убить Голиафа? Somebody have 1 Kings 17:47. Прочтите кто-нибудь, пожалуйста. Первое царство, 17 глава, 47 стих. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Аминь. That all this assembly and even all the nations of the world will know that the hand of that the battle is the Lord's, and that He is a great God. То есть это все было сделано для того, чтобы всем народам показать, что это битва Бога, а не людей, и что это Его рука это сделала, и что Он выше всех богов, потому что на тот момент было много богов. So God has given us His Word to glorify. And exalt His name forever. И поэтому Бог нам дает Его слово, чтобы прославлять Его всегда. And sorry, I lost my. And I guess it would be first. Third Kings. Third Kings 8. Глава 8. 43. Стих 43. 8:43. The temple that Solomon dedicated. Храм, который сделал Соломон. Is both for the people of the children of Israel and also for the nations. Этот храм был и для сынов Израиля, и также для других народов. So that all the nations and all the peoples of the earth may know your name and fear you as do your people Israel. And that they may know that this temple which I built is called by your name. Somebody read verse 43. 3 Kings 8:43. Третье царство, глава 8, 43 стих. Услышь с места обитания твоего и сделай все, о чем буду взывать к тебе и пламени. И на племени, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил. And we could go on until we see how God provided Yeshua as the Messiah. Будем идти дальше и видеть, как Бог приводит Иисуса Христа Спасителя. To show His great love and His glory. Чтобы показать Его великую любовь и славу. And so there's one purpose to the Bible. То есть здесь все-таки одна цель у Библии. So that we might know and worship Him. Цель такова, чтобы мы могли знать Бога и Ему поклоняться. The Bible says that God gives us His Word to keep us from sin. Библия говорит о том, что Бог нам дал Его Слово для того, чтобы сохранять нас от греха. Your word have I hid in my heart, that I might not sin against you. In Psalm 119, verse 11. I don't know, maybe it's 118. Псалмы 119, то есть Псалом.
11. Стих 11. You want to read that, Vitaly? Psalm. 119. Стих 11. 119. Okay, I'll translate the in Russian, they don't have it. Okay. It's one chapter. Yeah, 118. I think it's 118 or 1. It's the longest chapter in the Bible. Is that 118 or 118? It changed place. Okay, right. To begin the heart, mind. Is it 120 or 118? 118 must be. 118, verse 11. Is that right? 118, Psalm, стих 11. Сердце мое сокрыл я, слово твое, чтобы не грешить пред тобой. Okay, when Yeshua was tempted by Satan, когда сатана искушал Иисуса, how did he defend himself from Satan's attacks? Как он защищал себя от атак сатаны? He said, "It is written." Он говорил, это написано. And he, when tempted by Satan to turn the stones into bread, когда сатана искушал его тем, чтобы превратить камень в хлеб, he quoted Deuteronomy chapter 6, verse 4. Он ему сказал о второзаконии, chapter... Okay, let me make sure that's right. В общем, он ему дал место писания из второзакония. Maybe the other way. I'm sorry, it's Deuteronomy 8, verse 3. He quotes. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст его. As the Son of God, anything that Yeshua said would be the word of God, wouldn't it? Это несмотря на то, что Иисус он был сын Божий, все, что бы он ни сказал, это было бы от Бога. Он все равно обращался к Писанию. But he defended himself by the sword of the Spirit. И он как бы защищал себя этим духовным мечом. Which is the word of God. Которое есть слово Божие. And so we can resist the attacks of Satan by quoting or reciting the word of God. То есть он нам показал пример Иисус Христос, что мы можем делать то же самое, защищать себя от атак дьявола словом Божьим, Библией. By hiding God's word in our heart. Тем, что мы будем как бы держать внутри себя, внутри своего сердца слова Божьи. Meditating upon his law day and night. Размышлять над его законом день и ночь. And so we don't study the Bible just so that we will have knowledge. Мы не изучаем Библию просто, чтобы иметь знания, как-то, историческую книгу. We study it so that we might live for God. Мы изучаем ее как пример и объяснение, как жить так, как Бог хочет, чтобы мы жили. We might love Him. Что мы должны любить Его. And delight in Him. И полагаться на Него. And obey Him. И слушаться Его. And of course God's Word is written so that we might believe that Yeshua is the Messiah, the Son of the living God, and believing we may have life through His name. И доверяя Божьим словам, то есть мы знаем, что Иисус Христос он наш Спаситель, и мы можем на Него полагаться, что мы будем спасены через Него, через веру в Него. And so the greatest obstacle to interpreting the Bible, самое большое препятствие в истолковании Библии, is sin. Это грех. Just as God's word keeps us from sin, просто так, как Слово Божье удерживает нас от греха, sin will keep us from God's word. Грех, он наоборот, пытается удерживать нас от Слова Божьего. We see contrasted in Psalm 11. Мы видим этот контраст в 11-м псалме.
man's word. Человеческое слово. That tries to man's word that tries to create its own reality, its own truth. Человеческое слово, которое пытается создать свою собственную реальность и свою собственную правду, отличную от того, что сказал Бог. In Psalm 11, verse 4. Псалом 11, 4 стих. They say, with our tongue we will prevail, our lips are our own. Who is Lord over us? То есть здесь написано, что нашими собственными устами мы будем превозмогать. И нашими собственными губами мы будем это делать. И какой может быть Бог над нами? And so man's word is changeable. It changes. Слово человека, оно изменчивое. But in verse 6, the words of the Lord are pure words. Псалме 11, 6 стихе. Like silver tried in a furnace of earth. Кто-то может зачитать? Purified 7 times. Ради страданий нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловлять хотят. Ловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищено от земли в горниле, 7 раз переплавлено. And so God preserves His Word so that the Bible we have in hand is reliably the Word of God. И Бог Он позаботился о том, что Библия, которую мы имеем в своих руках, она достойна того, чтобы на нее полагаться. Jeremiah says that there are false prophets who try to steal my Word. Иеремия говорит, что будут фальшивые пророки, которые будут пытаться украсть Слово Божие. Like Satan in the form of the snake. Как это делал сатана в форме змеи? Who said to Eve, the snake said to Eve, has God really said? И змей сказал Еве, то есть, а истинно ли сказал Бог вообще? And so he tries to bring confusion in interpreting the Bible. Он постарался вложить ей путаницу в истолковании Библии. And so there's a great cost to interpreting the Bible incorrectly. Так что это составляет большую цену интерпретировать Библию правильным образом. But we have the Holy Spirit who will help us to understand God's word. Слава Богу, у нас есть Святой Дух, который нам помогает понимать Библию правильно. And there's some verses there in on your notes that we won't take time to read now. У вас в ваших листочках, которые вам раздали, там есть ссылки на места из Писаний. То есть вы потом можете посмотреть себя. Under Roman number 1E. Roman number 1. Or Latin number 1E. You want to explain them which places? The Holy Spirit's role in interpreting the Bible. Там написано, то есть, роль Святого Духа в истолковании Библии. И там есть места из Писания. Это в первой главе. Our goal is to please God by interpreting the Bible. Наша цель, она состоит в том, чтобы приносить Богу радость правильным нашим истолкованием ее и пониманием. Maybe we can go down to here. Yeah, you want to read? We'll start here. When another person speaks to me, such as my dear wife back here. Мы возьмем пример. Когда какой-то другой человек говорит мне что-то подобное тому, что говорит мне моя жена. I need to interpret her words as she intended them, not as I want to interpret them. Я должен истолковывать слова этого человека так, как она намеревалась мне это сказать, а не так, как я хочу это понимать. If I make up my own interpretation,
Если я буду это истолковывать по-своему, it won't help our relationship. Это никак не поможет нашим отношениям с этим человеком. I need to listen and make certain that I understand what she said. Я должен слушать и убеждаться в том, что я действительно правильно понимаю этого человека. If that's true in human relationships, that's true in our marriage relationship. Если есть какая-то правда в наших человеческих отношениях, брачных отношениях. How much truer is it with God? Насколько больше правды должно быть в отношениях с Богом? We want to speak God's thoughts after Him. We want to speak correctly what He has told us. Мы хотим, или по крайней мере все должны хотеть, говорить точно то же самое, что сказал нам Бог. We don't want to make up our own interpretation. Мы не хотим истолковывать это как-то по-своему. This class is based on the respect. Этот урок он построен на уважении. In worship of rightly interpreting God's word. That's right. They have this all written out, don't they? Как бы в полном принятии всего того, что Бог сказал верно, верным образом. The word of God calls us into God's presence to examine us. I think you have this written out on your sheet. Вы читали, потому что это у вас написано в листочках. The word of God exposes our thoughts and motivations. Бог он как бы обнажает, выставляет на показ наши мысли и наши мотивации. The word of God both wounds and heals us. Слово Божье оно одновременно и ранит нас, и исцеляет нас. Our God has sent forth His word to heal us. Но все же Бог послал нам Его слова, чтобы исцелить нас. Может разрушить то, что есть плохого в нас, но исцелить нас. But why don't I pause and answer questions? If you have a question about any of this. Сейчас он предлагает вам задавать ему вопросы, какие у кого есть. Anybody have a question or concern? Questions will be after. You want to wait till after? I'll ask them as well. Так вопросы все-таки сейчас есть или нет? Да. Да. Вот я смотрю, у вас в этом тексте написано так: предпосылки к интерпретации Библии. И тут сказано о том, что если человек смотрит через свои очки, то есть своим образом каким-то мысли, то он, пример такой, а должен он смотреть через как бы Божьи линзы. А как может человек знать, когда он читает Писание, что он смотрит правильно, видит, под правильным углом, что он правильно понимает? Где эти критерии? Спасибо вам, очень хороший вопрос. Very good question. She asked, there is an example that sometimes people, they are looking through their glass, and but we must look through God's lens. Yes. And she asked, okay, I understood the example, but how, when will I know which way of thinking, of looking is right? How to understand, what is the criteria of understanding that I am looking in really right way? Okay, good. We want to try to answer that through the rest of the class, but мы собирались дать ответы на этот вопрос ваш, продолжение нашего урока. А, хорошо, окей, я послушаю. But the short answer is that the Bible interprets itself. Но сразу я даю вам ответ тот, что Библия, она сама себя истолковывает в одном, в том или ином месте. То есть если читать не только одно место, а читать всю Библию и постоянно, то есть Библия, она доказывает сама себя, она истолковывает сама себя. И мы это рассмотрим еще. Да, я согласна, что Библия истолковывает, конечно же, сама себя, но здесь шла речь, да, о том, что не нужно принимать во внимание толкование других людей, а нужно принимать во внимание понимание Бога того, что Он говорит. Вот мы сегодня здесь слушаем толкование вот этих людей, которые изучали Библию, имеют свое мнение. Как мы знаем, что вот то, что они понимают о порядке и правилах изучения Библии, скажем так, что это правильно? Сейчас я переведу, ну, проверяйте по Библии. Нет, ну я-то проверяю по Библии, но мы сегодня слушаем именно мнение
людей. Я переведу. Okay, she asks, okay, here is also written that we must not obey what other experts and people are teaching us, but we must obey to what God is teaching us, and now we are listening to you, and how we can know that you are saying right. I have answer from myself to check it by Bible. Yes, you have the privilege of looking up the verses and checking out anything I say. Намного большая привилегия. Вы можете сами брать и проверять это по Библии, по истинному Слову Божьему. Ну да, я знаю. А правильно ли он говорит? Ну, это нормальный библейский подход. Еще раз, смотрите, Иисус когда говорил написано. Подождите, я же спрашиваю того, кто нас учит. Урок начался с того, что наш учитель сказал о том, что как вы будете знать, что вот предыдущий, да, учитель говорил правильно. И стал говорить о том, что он думает. А как мы знаем, что тот говорил правильно, этот говорит правильно? У нас есть, подождите, у нас есть понимание именно свидетельства Духа Святого. Здорово. Но сегодня мы слушаем людей о чем? О том, что мы должны слушать Духа Святого? Вам ответили на ваш вопрос, сказали. Преподаватель ответ вам на вопрос дал. Он дал ответ, вы должны проверять по Библии. Он здесь не для того, чтобы вы ему слушались и поклонялись, и верили в него. Он для того, чтобы предложить вам, то есть это ваша свободная воля, верить в то, что он говорит, приходи сюда, не приходи. Главный авторитет, это вот авторитет, Слово Божие, и к нему мы должны смотреть в первую очередь. Он, Слово Божие для нас авторитет, и кто что говорит. Преподаватель может направлять, помогать. Спасибо, я понимаю. Okay. There's three aspects. Здесь у меня есть три аспекта of interpreting the scriptures. Истолкование Писания. This is on your notes and under Roman numeral 3 or Latin number 3 in the notes. В ваших заметках это третий римскими цифрами пункт. Три аспекта истолкования Писания. There's three aspects of interpreting the scriptures. One is understanding the historical context. Первый аспект – это понимание исторического контекста, то есть исторической ситуации, когда это было написано, чего как. What did this, what was God saying to the people at that time? Что именно Бог говорил тем людям в то время конкретно? Whether it's the children of Israel coming out of Egypt. Когда сыны Израиля выходили из Египта, or the Jewish people coming back from exile, from Babylon, from и когда израильский народ он возвращался назад в Израиль из Вавилона, the first thing that we want to understand is what was God saying to them. Первая вещь, которую мы хотим понять, это что именно Бог им говорил. And because God never changes, потому что Бог он никогда не меняется. And even though we live in a different time, и даже если мы живем в разные времена, and some of the things in the Bible seem very strange to us, и так мы живем опять-таки в разные времена, некоторые вещи из Библии кажутся очень странными для нас. Human beings haven't changed either. That human beings haven't changed that much either. Да, то есть человеческое существование, оно изменяет это все и изменяет наше понимание. So we want to know the historical context. Для этого нам нужно понимать исторический контекст тогда, когда это происходило. Before we try to apply it to our situation. Перед тем, как мы будем пытаться все это применить на себя в нашей ситуации. And so the history is important. Так что история, она очень важна в правильном истолковании. There's a whole scriptural narrative. A whole scriptural story. It's narrative. Okay, word. Это как бы историческое изложение фактов. And you know, God has progressively revealed Himself over time. Бог он постоянно в процессе показывал себя во все времена, то есть это никогда не заканчивалось. Он всегда себя показывал. God didn't reveal everything all at once.
He didn't reveal his everything. Он не показывал все сразу за один раз о себе. And so there are periods of his redemption. Так что здесь есть свои периоды того, когда он и как открывал себя. All revelation is to redeem and rescue God's people. Все это откровение о том, чтобы спасти Божий народ. And so there are different periods or epochs, periods of, in which God is redeeming his people. Есть там, в общем, и поэтому есть разные периоды, когда Бог это делает. The Bible speaks about covenants. Covenant is a promise that God gives and he guarantees by his word. Там говорится о завете, который Бог дал гарантию людям в том, чтобы они верили, что это истина от Бога. For example, he made a covenant with Adam. К примеру, он сделал завет с Адамом. That the seed of Eve would crush the head of the serpent. Он пообещал ему, что семя Евы, оно будет уничтожено. He made a covenant with Noah that he would not destroy the earth again by a flood. Он сделал завет с He would not destroy с Ноем, что он больше никогда не будет поражать и разрушать землю, так как это было сделано во время потопа. He made a covenant with Abraham that he would give to Abraham a land and bless a land, a son, and bless all the nations. Он сделал также завет с Авраамом, что он даст ему землю и благословит его семя, его сынов и всех народов. And then he made a covenant with Moses to establish the children of Israel as a nation. И он сделал завет с Моисеем, чтобы провозгласить сынов Израилевых как Божий народ. He made a covenant with David that a son of David would rule on his throne forever. Он также сделал завет с Давидом, что его сын, его семя будет править вечно. And then all of these promises were fulfilled in Yeshua. И все эти обещания, они сбылись полностью через Иисуса Христа. And so you see God dealing with his people in different ways, but yet all coming to a conclusion in Yeshua as Messiah. То есть мы видим, что Бог, он имеет дело с его народом разными образами, но это все в конечном итоге сводится к Иисусу Христу. And so when we interpret the scripture, we need to understand the history. Так что когда мы истолковываем Библию, мы должны понимать историю. But then the second important factor in interpretation is what kind of literature? What kind of literature? Literature, yes. Второй важный пункт в правильном истолковании Библии – это каким типом литературы мы пользуемся. First of all, we need to know which books are authoritative. Для начала мы должны знать, какие книги пользуются авторитетом и каким из них можно доверять, каким нельзя. We speak of the word canon, which is taken from the Hebrew word kanon, meaning read. You want to explain about literature? Well, I was talking about the books. Or you go to another. Okay, okay. We need to understand, first of all, what kind of literature that we're reading or interpreting. Все-таки мы должны понимать, какой мы литературой пользуемся и что нам это даст. Much of the Bible is historical narrative. Or historical... Storytelling. Ясно то, что как бы Библия, да, она излагает свои исторические факты, к ней всегда можно прислушиваться. But there is also poetry and wisdom literature. Но есть также разные другие исторические литературные произведения об истории. And then there's prophecy, prophetic literature, prophecy like Isaiah and Есть также пророческие книги.
and then Gospels. And in the Gospels there are parables. В Евангелиях там есть притчи. And so we have different ways of interpreting, or different strategies to interpret each of these kinds of literature. Пройдя по всем этим пунктам, то есть есть разные пути и стратегии истолкования, то есть через притчи, через Евангелие, через пророчество. То есть одни и те же вещи, они могут истолковываться разными путями. So the way our course is laid out is, first of all, we want to understand the history. We'll look at that tomorrow evening. То есть перед тем, как продолжать наш курс, мы хотим пройтись немного по истории, историческому изложению фактов. Этот курс будет завтра. Tomorrow evening? Yes. Завтра вечером. And then we want to look at the kind of literature, and we'll look at that in future classes. И тот вопрос, который, я уверен, у всех назрел, то есть какие именно типы литературы. Мы будем это слушать завтра. Преподаватель будет рассказывать, какие типы литературы лучше использовать и что. And then how do we put it all together in theology? И как мы это все можем совместить в теологии? So that we know how it applies to us today. So that we know how we should act, or how it applies to us today. И с помощью этого мы будем знать, как это можно применить сегодня в нашей жизни. We'll look at this next Sunday and Monday. Об этом мы будем говорить в следующее воскресенье и понедельник. But the books of the Bible themselves have a story how they were written. Сама по себе Библия, у нее есть история, как это было написано. Just as Moses, when he wrote the first five books, к примеру, когда Моисей писал его пять книг. Those books were placed in the Holy of Holies next to the Ark of the Covenant. Эти книги были положены во святом святых next to the Ark. Возле скрижали завета. After. And so the children of Israel knew which books were God's word, because they're the books in the Holy of Holies. Да, и сыны Израилевы, они знали, какие книги, они действительно Слово Божие, по тому принципу, что они лежали во святом святых, они этому доверяли. And then God gave to God called Joshua to be the covenant head, the leader. Потом он поставил Иисуса Навина как предводителя, лидера. And he continued the story of God's delivering his people from Egypt to the promised land. И он продолжал описывать то, как Бог выводил Израиль из Египта. And so then that book was placed in the Holy of Holies. What? That book was placed, yes. И эти книги Иисуса Навина тоже были положены во святом святых, в ковчеге. And then the sad story of the book of Judges, where the children of Israel didn't fulfill their calling to take over all of the land. Также в книге Судей там написано о том, что сыны Израилевы, они не захотели править той землей, которую Бог им дал. And it's believed that Samuel, as a prophet, wrote the book of Judges. Samuel. И его пророк Самуил, он написал первые две книги царств. And so what we speak of as the canon of Scripture, the authoritative books. И мы говорим как бы о каноне Писаний, о авторитетных книгах Библии. Is a story of how this history was added onto book by book. You mean the canon is a story? A canon is the authoritative books. You mean some special books from Bible or no, just some books? In the Tanakh, 24 books. Mm-hmm. I don't understand which authoritative books are. You know, we have a Bible, and we know that this is the Word of God, right? Mm-hmm. Correct? Короче говоря, мы знаем, что Библия — это правильное слово Бога, которому мы можем доверять. But the Bible didn't just descend from heaven to us in
Библия не была просто спущена к нам с неба в готовом виде. There was an historical process. Там был исторический процесс написания постепенно. That began with Moses. Который начался, этот процесс начался с Моисея. And continues on right till the last of the prophets. И продолжалось это написание последними из пророков. And then begins again with the coming of Messiah. И потом в Новом Завете это началось снова с приходом Иисуса Христа. And so we have the Gospels. И потом мы получили Евангелие. And the book of Acts. И книгу Деяний. The letters of Paul. И послание Павла. And the book of Hebrews. И книгу к Евреям, ну и так дальше. And the letters of Peter. Послание Петра, John, Jude, and Revelation. И Откровение последнее. We speak of this as the canon. They're the authoritative books. All of the books are authoritative. И мы говорим об этом как о каноне, что все из них авторитетные книги. But there's все из них важны одинаково. There's a historical process that took some, you know, over, I don't know, 1,500 years, roughly. Там был исторический период, который длился, может, 5000 лет. 5000? No. 1,500 years. От 1000 до 500 лет. We'll look at that more tomorrow evening. Мы рассмотрим это подробнее завтра вечером. In your notes at the end, there's an assignment for you. And I know you're tired. В ваших листочках, в самом конце, там есть для вас задание. And now that I realize that maybe I'm asking them to read Psalm 119 and 139, maybe 118 and 138. Прочитать и поразмышлять над Псалмом 1, 15 стихом. And this is 139, so, or Psalm 1, but I think 1 and 2 are together, right? So that makes it Psalm 18 and 138. Чтобы вы прочли первый псалом, также второй, 19 и 139. And I'm asking you to pray the prayers from God's Word. Я также прошу вас молиться о том, чтобы что у нас здесь говорится, это были слова Божьи. Let the words of my mouth. Слова, которые я говорю, and the meditation of my heart и размышления моего сердца, be acceptable in your sight. Они были приняты вашей стороной. O Lord, my strength and my redeemer. Бог наш спаситель и избавитель. This is important to interpreting the scriptures, that we want to know God's mind. Это важно понимать, как истолковывать Библию, чтобы понимать Божьи мысли. And again, from Psalm 138, verse 23. 138? Yes. И снова в Псалме 139. Search me, O God. We're asking God through His Word to search us. Исследуй нас, Бог. And know my heart. И узнай мое сердце. Try me and know my anxious thoughts. Испытай меня и узнай мои злые помыслы. And see if there's any wicked way in me. И посмотри, может там есть какой-то. And lead me in the way everlasting. Какое-то что-то злое во мне и веди меня по моему пути вечно. These prayers are important to reading God's Word. Эти молитвы, они важны для того, чтобы читать Слово Божие. Because the Bible tells us that knowledge puffs up. Knowledge makes us proud. Потому что Библия говорит о том, что знания, они делают нас гордыми. And so we don't study the Bible so we can always be right and put everybody else down. И поэтому как бы мы часто не читаем Библию, но показываем себя умными и знающими. We study the Bible. Читаем других ниже себя. We study the Bible so that God will know us and we will know Him. Так что давайте лучше будем изучать Библию, так чтобы Бог знал нас, а мы знали Его. And so that we might
live our lives in a way that's pleasing to Him. Чтобы мы жили нашу жизнь таким образом, чтобы это было приятно Богу. It's very important that we approach the Bible in that way. Это очень важно следовать Библии на нашем пути. And no matter how scholarly our study is, and I enjoy scholarly study. Не суть важно, на каком как бы уровне мы изучаем Библию, вы или я. Or how simply we read the scriptures. We want to know Him and obey Him. И даже если мы просто читаем без каких-то особых знаний Библию, Его Писание, то есть самое важное — это знать Бога и подчиняться Ему. That God would cleanse our hearts of sin. И Бог, Он освободит наши сердца от греха. Fill us with His Word. Наполнит нас Его Словом. Because His Word will heal us. И после этого Его Слово, оно исцелит нас. He sent His Word to heal us. Он послал Его Слова, чтобы исцелять нас. He draws near to us in His Word. Он нас притягивает ближе посредством Его Слова. When God's Word is preached, He draws near to us. Когда Бог учит нас, Он приближает нас к Себе. Because His Word is living and powerful. Потому что Его Слово, оно живо и сильно и действенно. And is sharper than any scalpel. И оно острее, чем любой нож или скальпель. It can cut away infection. It cut away можно также вырезать инфекцию. The infection of sin. Инфекцию греха в нашем сердце. And purify us and cleanse us. И очистит нас, сделает нас чистыми. Because Yeshua Himself is using His Word as a great physician. Мы можем быть уверены, что используя Его Слово, это самое лучшее упражнение. To heal our soul. Чтобы вылечить наши души. And so I look forward to tomorrow and the next day. I pray that you will come back and that we'll be able to see how God can send healing to your soul through His Word. Я буду молиться о завтра и о других днях, чтобы вы вернулись и чтобы... I know you've already experienced it, or you wouldn't be here. I know you've already experienced it, or you wouldn't be here tonight. Знаю, что для вас это определенный опыт, то есть быть здесь со мной сегодня. Late at night after a long day. После долгого дня, это вечером, это сложно. But I pray that we can open up God's Word even more, so that you will see His face. Но я молюсь о том, чтобы Бог открыл Его Слово еще больше, так, чтобы мы могли увидеть Его лицо. And delight in Him more fully. И довериться Ему еще больше. Please pray with me. Помолитесь со мной, пожалуйста. Our Father. Наш Отец. Thank you so much for the precious gift of your written word. Спасибо тебе большое и огромное за ту благодать, которую ты нам дал, записанную в Твое Слово. We thank you that you have preserved your word throughout all the ages. Спасибо, что ты сохранил свое слово через все года. So that the Bible that we have in hand is your very word. И то, что Библия, которая есть у нас в руках, это твое истинное слово. Help us as we look at the principles of interpreting your word that we would know more about you. Помоги нам, пожалуйста, мы ищем пути, как понимать твое слово верно. И помоги нам найти эти пути, и понимать его верно, и идти по этим пунктам по жизни. And we can be assured that when we read your word, that we are understanding it accurately. И тогда мы сможем быть уверенными, что мы понимаем твое слово верно и используем его верно. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. If you have questions, I'm happy to be here and answer questions. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться, задавать. Thank you.